безпрецедентна допомога від Джо Байдена до Ізраїлю, а також питання про те, коли ж почнеться, чи почнеться взагалі зараз наземна операція на сектор Гази від армії оборони Ізраїлю Цахалу. Про це не тільки з перших уст говоримо просто зараз. Я Ірина Узлова, і зі мною Цві Зільбер, ізраїльський журналіст, а також головний редактор Лучшого радіо, яке без кінця в прямому ефірі веде зараз свою роботу, розповідає нам про те, що відбувається в Ізраїлі. Заходьте, друзі, на YouTube, підписуйтеся, будь ласка. Цві, вітаємо в нашому ефірі. Рада бачити. Шалом, слава Україні. Героям слава, шалом. Я теж всіх вітаю, дуже рад бачити. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, попри небезпечну, безпекову, вибачте за тавтологію, але ситуацію, прибув з візитом до Ізраїлю, сказав, це справа рук іншої команди, коментуючи так обстріл лікарні, атаку ракетну, яка відбулася на сектор Газа надвечір 17 жовтня, спеціальне засідання ООН з цього приводу. Звісно, Хамас взявся, як вони звикли прикриватися, і живим людьми, як живим щитом, так взявся і тут спекулювати, шантажувати, в усьому звинувачувати армію Цахал. Що відбулося насправді, Цві, якою інформацією ми маємо володіти станом на зараз під час обстрілу лікарні в секторі Гази, і як Хамас використовує і спекулює на ось таких ситуаціях? Ну, ми ці всі хамасовські діла вже давно тут називаємо «Палівуд». Палестинский Голливуд. Они много чего делали, всякие разные инсценировки, даже были видеоматериалы, как они собирают людей, которые притворяются мертвыми, поливают их кетчупом и потом все это рассылают на разные BBC. Вот. Поэтому тут ничего удивительного нет. Но там произошло действительно, ну, мне это напоминает Boeing MH17, когда сначала получилось, потому что они такие рукожопые, а потом они решили как бы снять вину с себя, еще и обвинить другую сторону, еще и на этой теме попиариться. Вот. Именно так оно, на мой взгляд, и происходило, потому что сначала исламский джихад начал хвастаться, что они прям в прямом эфире показывают, что они запускают какую-то ракету первый раз, у них какая-то продвинутая ракета, которую они выстрелили по Хайфе, то есть она должна была долететь до севера Израиля, упасть в Хайфе. И они с такой помпой, что вот такое достижение, они ее запускают, через несколько минут начинают поступать сообщения о том, что был взрыв в больнице и сотни погибших. Вот, 500 человек, 500 погибших, это то, что пришло сначала, что просто вот у меня остатки волос на голове встали от такого кошмара, от такого ужаса, вот, но, естественно, они сразу обвинили Израиль, что это Израиль сбросил бомбу. Я думаю, что наша армия повела себя очень-очень правильно, очень хладнокровно. Правда, их тут критиковали, что надо было сразу ответить. Нет, они не стали сразу отвечать. Они сказали, мы проведем расследование, мы должны все изучить, и мы предъявим вам доказательства. Мы не знаем, мы проверим. Ну, знаете, на войне же всякое бывает. Ну, так. Вот. Ну и, конечно же, ночью все это разлилось, так что даже Джастин Трюдо уже заявил, что Израиль совершил чудовищное преступление, Гутерреш заявил, обвинил Израиль в этом. В общем, все не разобравшись, начали друг за другом Израиль обвинять. И сегодня утром пресс-служба ЦАЛа устроила пресс-конференцию, из которой мы узнали много всего интересного. Угу. Ну, во-первых, вообще попадания ракеты не было. То есть, в смысле бомбы, да, Израиль бомбит Газу бомбами, не ракетами. Угу. То есть нет воронки. Сегодня Израиль опубликовал вот свежие видеосъемки с самолета, с воздуха, аэрофотосъемка, угу, скажем так, где видно, что здание не пострадало. Взрыв был над автостоянкой, и там сначала вообще была версия, что взорвался какой-то склад ракет хамасовский или исламского джихада, потому что были вторичные взрывы. Видимо, взрывались машины на стоянке, взрывались бензобаки, по всей вероятности. Но никто не видел трупов, и никто не показал трупы, не опубликовали ни одной фотографии, ни одной фамилии людей, которые там погибли. Ну и кроме того, если бы был прилет по самой больнице, то можно предположить, что пострадали бы врачи, санитары, ну, медперсонал, да. А поскольку, ну, там это такой небольшой
небольшой городок, это не сам большой город Газа, то наверняка там бы узнали. То есть мы еще пока этих жертв не видели, и я могу предположить, что это тоже плод фантазий, что это не фантазии, точнее, а фейков. Но, впрочем, может быть, я ошибаюсь, но в любом случае Хамас обычно сразу публикует фотографии детей, распластанных тел, а тут мы ничего такого не видели. Кроме голословного заявления Хамаса о том, что 500 жертв, мы ничего такого не видели. Есть аэрофотосъемка, не пострадали соседние здания от слова «вообще». То есть, по всей видимости, это была действительно неудачно запущенная ракета, которая пролетела над этой автостоянкой и взорвалась в воздухе. Почему она взорвалась, непонятно, но, скорее всего, взрыв был в воздухе, потому что нет воронки на земле. И, соответственно, есть даже перехват разговора, который сегодня Израиль опубликовал, между хамасниками, которые друг другу рассказывают про это и говорят, что это исламский джихад. То есть есть много разных доказательств, включая съемки самолетов, включая съемки, которые были опубликованы в социальных сетях, и съемки Аль-Джазиры. Там все это видно с разных ракурсов, поэтому, ну, я не знаю, на мой взгляд, доказательства вполне и вполне исчерпывающие. И мы видим сегодня результат, что даже Аль-Джазира уже признала, что да, стрелял исламский джихад. То есть настолько, ну, один из самых враждебных Израилю каналов признал, что это все фейк. Ну, началась, конечно, обратная волна, началась, конечно, с Байдена, который сказал «I believe», «я верю», он сказал, что это сделала другая команда. Вот. И, естественно, после заявления Байдена, Байден сказал, что на основании того, что мне показали, тех свидетельств, которые мне предъявили, да, вот я считаю так. Вот. И, соответственно, ну, теперь ждем, наверное, Трюдо будет извиняться, да, и, наверное, Гутерреш будет извиняться. Я не знаю, в любом случае, как бы в западных странах озвучивают, артикулируют, по крайней мере, озвучивают, фиксируют эту позицию, что это не преступление страшной израильской военщины. Вот. Ну, а поскольку у нас идет религиозная война, то, соответственно, да, всякие там исламские блогеры, пропалестинские блогеры, леваки, конечно, они продолжают, они никогда не дают каким-то фактам свестись, значит, отклонить себя от центральной линии партии. Поэтому, ну, они продолжают в том же духе. Вот, поэтому... Но буря уже, можно сказать, успокоилась. И очень хорошо. И даже как-то у меня настроение сегодня к вечеру улучшилось. Потому что, ну, утром у меня были просто такие совершенно упаднические настроения. Потому что, ну, когда ты столько дней воюешь только с воздуха, то это просто статистический случай, когда у тебя попадает ракета или бомба в какое-то место, где полно гражданских, и начинается, тем более, когда это касается Израиля, что все на Израиль смотрят с увеличительным стеклом. Там еще непонятно, что со спутниковыми съемками, потому что вот Россия потребовала, чтобы Израиль предъявил спутниковую съемку. Видимо, Россия знала что-то, что у Израиля нет этой спутниковой съемки, потому что ее до сих пор не показали. Я не думаю, что у Израиля нет спутника над Газой, уверен, что есть, но по каким-то причинам пока не показали. Хотя сказали, что покажут. Но я не знаю, в чем там трудности и почему Россия именно заострила на этом внимание. Да? Россия, которая сама никогда ничего не собиралась никому доказывать и считала себя выше любых там требований доказательств, да, как там сказал Медведев, это все компот. И все, вот все доказательства. А тут они сказали непременно, вот предъявите нам спутниковые съемки. Возможно, они знали, что именно спутниковых съемок у Израиля нет. Но Израиль предъявил достаточно доказательств, чтобы убедить даже Аль-Джазиру. Цві, Держпігель писало, що відкладається наземна операція через те, що візит Джо Байдена, і, мовляв, треба почекати, ну і консультації взагалі. Приїжджає президент Сполучених Штатів Америки до того. Політіко писало, що відкладається наземна операція, тому що погодні умови несприятливі. Ми з вами, коли спілкувалися минулої п'ятниці, говорили про те, що, ймовірно, до початку наземної операції залишаються лічені години або дні. І от правильно ви кажете, що коли воюєте тільки з повітря, то
може багато ось таких неприємних наслідків виникати. Які ще фактори відтягують початок цієї наземної операції? Чи говоримо ми зараз і про зовнішній тиск, хто може мотивувати, говорити, чому треба відкладати наземну операцію? І чи почнеться вона все ж таки? Що говорять? Ну, внешнего давления пока нет. Я боялся, что оно появится из-за вот этой больницы, но мы видим, что ничего не изменилось в этом смысле. Но самый главный фактор – это не погода. Погода – это просто смешно. Никакая не погода. Главный фактор – это заложники. И именно поэтому ждут Байдена. Именно поэтому ждут Байдена, но не начинают операцию не потому, что ждут Байдена, а потому, что думают, что сделать с заложниками. И я думаю, что сегодня они же с Нетаньяу разговаривали 1:40, то есть где-то планировалась беседа на 45 минут, они разговаривали вдвое больше, и, по всей видимости, главная тема, которую они обсуждали, это заложники, как их вытащить. Там много американских граждан, которые оказались сейчас в Газе. И Байден обещает прислать в Израиль 2000 своих морпехов, которые вот специалисты по таким вот антитеррористическим операциям. Возможно, им удастся вытащить каких-то заложников. Хотя опыт прошлого показывает, что вероятность невысокая. Вероятность очень невысокая. Не было ни одного случая, когда мы вытаскивали бы заложника из Газы. То есть Израиль всегда вытаскивал заложников на Западном берегу, когда там террористы захватывали граждан-заложники. Всегда вытаскивали. Не всегда вытаскивали живыми, но всегда вытаскивали. Вот. А вот с Газой у нас другой опыт. В Газе мы не находили никого. Гилада Шалита очень много раз пытались оттуда достать при помощи вот такой операции спецназовской с точной разведывательной информацией. Но все равно в результате ничего не получилось. И я не считаю, что такой операции есть высокая вероятность. Поэтому здесь израильское правительство стоит перед очень непростой дилеммой. И они не решаются переступить эту черту, потому что начало наземной операции будет означать резкое изменение ситуации заложников. Они могут погибнуть. И в Израиле отдают этому отчет. И для Израиля это самый-самый-самый весомый фактор. И там разговоры о том, что вот Израиль не будет больше менять 1 на 1000. Израиль бы сейчас поменял бы с большим удовольствием всех на всех. У Израиля где-то 10 тысяч палестинских террористов заключенных, да, то есть я думаю, что Израиль поменял бы всех на всех, потому что, ну, проблема с заложниками, она гигантская, она по размерам больше, чем весь Израиль. И именно поэтому Израиль не начинает до сих пор наземную операцию. С точки зрения военной, внешнеполитической, внутриполитической, конечно, наземная операция неизбежна. С точки зрения решения вообще проблемы Хамаса, она неизбежна, если не рассматривать тему заложников. Если тема заложников у нас появляется в этом уравнении, это очень большое неизвестное. И я не уверен, что наземная операция обязательно будет. Она должна быть, но я не удивлюсь, если в конце концов это закончится какой-то договоренностью, что Хамасу дадут сохраниться под какие-то гарантии, под какое-то перемирие и за освобождение заложников. Я такую ситуацию тоже не исключаю, потому что, я говорю еще раз, заложники – это проблема, которая больше, чем государство Израиль. Ну да, Цвій, бо це ж вони розуміють, що навіть якщо відбудеться обмін Хамас в сенсі всіх на всіх, то тоді наземна операція – це буде питання дійсно лічених хвилин, напевно, що і вони відтак не підуть на поступки, усвідомлюючи це. А отут дипломатія може зіграти якусь роль, те, що зараз ведуться переговори і пропонується, чи як ви взагалі бачите тут розвиток ситуації? С Хамасом очень трудно договариваться. Обычно эти переговоры длятся годами. Поэтому я думаю, что договориться можно взагали, в пакете. Да? То есть если мы говорим, что будет перемирие, Хамас сохраняется, Израиль прекращает точные ликвидации главарей Хамаса, Хамас дает гарантии там какое-то время не нападать, плюс еще какие-то вещи и обмен всех на всех. То есть вот в таком формате. Конечно, Израиль скажет, давайте сначала обменяемся заключенными, а потом будем воевать. Хамас на это не согласится и не пойдет. Вот, поэтому
если какая-то такая общая договоренность будет по освобождению заложников, то есть такая вероятность, ну, чисто теоретически есть такая вероятность, на мой взгляд, хотя в Израиле Нетаньяху не простят такое завершение войны, он закончит свою политическую карьеру, но если это будет обусловлено действительно возвращением заложников, и они окажутся живы, здоровы, невредимы, то я думаю, что в Израиле воспримут это с пониманием, несмотря на то, что сейчас, конечно, очень-очень такие ястребиные настроения, и если не учитывать эту проблему, то да, надо вести войну до конца, до флага над Рейхстагом, до свержения режима Хамаса, и это устроит всех региональных акторов, ну, я имею в виду не наших врагов, а наших союзников и нейтральные страны. Вот. А проблема заложников, она просто меняет всю констелляцию, всю расстановку сил и все соображения, рассуждения, доводы, все это меняется. А тоді виходить, що ми знову з вами отримаємо, як і ми отримували теж свого часу, у 2014 році, по-перше, відкладений черговий виток загострення війни. На місяці, на роки, але це ж буде неминуче, очевидно. А ще, чи не отримаємо ми картину, що знову виходить, що диктатури і терористи, вони виграють і цей раунд, якщо Хамас збережеться? Ну, слушайте... У меня тоже сегодня были такие упаднические настроения с утра, и вот в какой-то момент, знаете, мне пришло такое понимание, ну, просто вот буквально в смысле, если вы послушаете мой сегодняшний утренний эфир, то просто все пропало, да, мне даже писали потом наши зрители, зачем вы нас гоняете в депрессию, но потом, знаете, мне пришло понимание того, что за эти, ну, с февраля 2022-го Украина пережила немало очень тяжелых моментов, очень тяжелых дней, очень тяжелых недель. И постоянно вот я смотрю украинских блогеров в Ютубе, я общаюсь, у меня много друзей в Украине, общаюсь много в социальных сетях. И украинцы пришли вот к такому, не знаю, пониманию, да, верим в ВСУ, мы верим в ВСУ, и поэтому мы все равно победим, не теряем надежды. И я сегодня подумал, что вот нам в Израиле надо этот опыт перенимать. Мы верим в ЦАЛ, мы верим в нашу израильскую армию, верим в победу, и мы обязательно победим. И вот после этого у меня так настроение стало немного улучшаться, и вернулся мой природный естественный оптимизм. Израиль с самого начала создавался как государство обреченное. То есть вот в 47-м году приехала комиссия ООН, которая начала там смотреть, где живут евреи, где живут арабы, и как их можно разделить. И создала совершенно нереальные границы, где просто там в нескольких местах просто... То есть Израиль состоял бы из трех анклавов, да, один это маленькая прибрежная полоса, другой это Галилея, и третий это Негев. Из трех отдельных анклавов, которые... Ну, там просто пересекались линии, границы, да, то есть в какой-то точке пересекались границы там вот просто таким вот перекрестком. Можете посмотреть на карту. Я, к сожалению, не могу вам ее словами пересказать. Это были совершенно невероятные границы. То есть, если бы предположить, что в 48-м году Израиль и палестинцы и все арабские страны превратились бы в такую Канаду или Швейцарию, то тогда, наверное, можно было бы жить и с такими границами. Но факт, что Израиль признал эти границы, согласился, арабы отвергли, сказали, нет, евреев тут не будет. И, соответственно, в 48-м году началась сразу война, как только Израиль объявил свою независимость. Война эта закончилась перемирием, и у Израиля появились более-менее границы получше, чем те, которые были в 48-м году, в 47-м году. Но тут же... Израиль за то, что... Ну, то есть, как бы все были уверены, что Израиль сотрут с лица земли. Ну, да, сразу там 4 арабские страны напали. Даже, по-моему, 5, даже 6, по-моему, да. Потому что Египет, Сирия, Ливан, Иордания еще прислали свои войска, Марокко и Ирак. Да,
свои какие-то дивизии прислали. Вот. Но после этого создали вот это агентство по палестинским беженцам с передачей статуса беженца по наследству. Да. Если сегодня реально людей, которые отсюда бежали и не смогли потом вернуться, где-то меньше 100 тысяч человек, кто по международному закону считается беженцем, те, кто бежали, и их дети. Вот. Это по международным законам. А сейчас уже, не знаю, какое, 6-е, 7-е, 8-е поколение, 4-е, 5-е, 6-е поколение, которое не было, никогда не было ни в какой Палестине, и которые родились и выросли в других странах, но, тем не менее, они считаются беженцами, их сейчас что-то там порядка 5 миллионов, и мировое сообщество, справедливые чаяния палестинского народа, они все должны вернуться, причем именно на территорию Израиля, получить израильское гражданство, то есть, другими словами, уничтожить Израиль демографически. То есть, демографически Израиль на первых же выборах превратится в арабское государство. Вот. И вот в таких вот минских соглашениях постоянно Израилю приходится выживать. Когда Израиль победил в 1967 году, то мировое сообщество придумало вот этот самый арабский бойкот. И, ну, все это во главе, конечно, было с Советским блоком. И вот постоянно как-то мировое сообщество искало компромисс между Израилем и арабскими странами, то есть чтобы не злить особо арабских стран, это были основные поставщики нефти, и из-за этого Израиль постоянно ставили в какие-то такие минские соглашения, которые выполнять было совершенно нереально. Последний раз это было Осло, которое, вот я думаю, что, да, 93-й год, это вот 30 лет соглашения Осло мы отмечаем в этом году, которая, я думаю, и заложила почву под все вот эти хамасы. Под хамасы, под... Мы же сами привезли этих террористов во главе с Арафатом сюда и признали их, и вели с ними переговоры. То есть до этого, конечно, была интифада, но это просто были цветочки по сравнению с тем, что сейчас. Я, когда приехал в Израиль в 90-м году, то израильтяне просто-запросто. Израильтяне запросто ездили в Газу поесть вкусный хумус, например, или попить хороший кофе. Вот. Тогда была совсем другая ситуация, а на сегодняшний день вот мы пожинаем вот эти вот плоды, потому что мы сами внушили им какие-то иллюзии о том, что нас можно отсюда куда-то сдвинуть, что мы куда-то исчезнем отсюда и что-то вот это вот такое. Потому что мы готовы были создавать палестинское государство для того, чтобы жить в мире и добрососедстве, а они видели это только как получить еще один плацдарм для того, чтобы продолжить войну против Израиля с более выгодных и удобных позиций. Поэтому родился вот этот план на границе 1967 года, который тоже абсолютно никакого смысла не имеет. Это демаркационные линии, в общем-то, которые были после 1948 года. Поэтому главное не терять надежду. Я думаю, что мы все равно победим и прорвемся, потому что диктатуры, они в долгосрочной перспективе все равно всегда проигрывают. Так, це однозначно. Але Хамас, який набудував там 500 кілометрів підземних тунелів, як показувала нам CNN, так видається, що навряд чи потім зупиниться і буде перетворювати сектор Газа на курорт і квітучий осередок і територію, що могли би, в принципі, відбудувати за ці роки, поки фінансування йшло з Європи і не лише, але, ну, будували тунелі. Чи яким ви бачите ту можливість, що вони заспокоюються, бодай, на певний період, і за цей час, наскільки в них будуть спроможності наростити якісь потужності і сили, чи будуть і далі ті спонсори, які стоять за ними у вигляді Ірану, і не лише допомагати їм, і тоді, ну, для чого? Щоб раз отак в 10, 20, 30 років просто збурювати ситуацію? Яка мета цього всього буде далі? Ну, розумієте, я не бачу другого виходу, крім як повне звернення власті Хамаса. Так. Ізраїль не йшов на це дуже довгі роки, за це сьогодні розплачується. По дуже прагматичним причинам. Тому що кожен раз, коли нам приходили наши друзья, американцы, европейцы, и говорили: ребята, а что там у вас, кстати, с палестинским государством? Что, как там у вас переговоры?
А мы говорили, а с кем вы хотите, чтобы мы вели переговоры? Сколько вы хотите, чтобы мы создавали палестинские государства? Да эти палестинцы друг с другом не могут договориться. Посмотрите, у них здесь одна власть, в Газе у них другая власть. Они друг друга убивают, они друг друга сбрасывают с крыш, ненавидят, стреляют. Как вы хотите, чтобы... Получается, мы должны создать два палестинских государства. Одно на Западном берегу, другое в Газе. Вот этого вы хотите. И, соответственно, от нас отставали. И Нетаньяху очень долго пользовался своей политикой. Он пришел к власти на вот этом вот драйве именно, потому что его предшественник Эуд Ольмерт провел вот в самом конце своей каденции, провел очередную операцию, я не помню уже, как она называлась тогда, но израильский, было наземное вторжение, израильский спецназ остановился вот перед этим последним бункером, который находится в городе Газа под больницей. Вот перед этим бункером они остановились и получили приказ отходить обратно. И Хамас таким образом сохранился. А Нетаньяху взлетел тогда на вот этой волне возмущения и сказал, я обещаю свергнуть власть Хамаса. Но не сверг. И сегодня мы снова находимся в той же точке. И понятно, что для того, чтобы дойти до этого последнего бункера, придется положить много солдат. Поэтому настроение в израильском обществе сегодня такое, что проблему надо решить. Окончательное решение. То есть надо с Хамасом кончать. Что там будет дальше, мы не знаем. Мы вот закончим это, сядем, успокоимся, сядем, поговорим с американцами, с египтянами, с саудовцами, с европейцами. И сядем, поговорим и будем решать, что дальше с этим, с этой Газой делать, пока надо все зачистить, чтобы там больше не прорастала вот эта раковая опухоль. Да? Сначала надо удалить опухоль, а потом уже будем советоваться с врачами, там, радиотерапия, химиотерапия, чтобы не пошли метастазы. Вот это сегодня единственное логическое решение, которое видится. И, ну, впрочем, Нетаньяху так немного виляет, да, когда он об этом говорит. То есть он говорит так, мы уничтожим Хамас. Что значит мы уничтожим Хамас? Мы уничтожим его склады, мы уничтожим вот это метро 500-километровое, мы уничтожим политическое руководство, мы уничтожим военное командование, арсеналы. Вот что предполагает, мы уничтожим Хамас. И здесь у нас пока уточнений не последовало. Ну, кто как хочет, то так и интерпретирует. Одни говорят, что да, это однозначно означает, что мы свергнем власть Хамаса. Другие говорят, ну, непонятно, да, может быть, оставить их как политическую силу, политическую власть, забрать у них военный потенциал, может быть, тогда, чтобы, потому что, ну, знаете, вот эти вот разговоры, ой, вот вы говорите, чтобы Путин, а вот если он, вот кто придет после него, это, может быть, будет еще хуже. Да, такое мы знаем, Свида, да, чуем регулярно. Да, вот я считаю, что это в пользу, все это разговоры в пользу бедных, потому что да, конечно, есть вероятность, что будет хуже, но ведь есть вероятность, что будет лучше, если не использовать этот шанс, то никогда ничего не изменится. И, ну вот, да, вот все, вот они приводят пример. Посмотрите Ливию после Каддафи, там, значит, вообще нет государства, государство развалилось. Ну, слушайте, ну был же у них шанс. Был у них шанс, и выборы там прошли более-менее демократические, и правительство было. Другое дело, что потом этот Хафтар, путинский агент, поднял восстание и фактически разделил страну на две части. Но в любом случае у Ливии был шанс, который просто она профукала. Да, или там вот Саддама Хусейна свергли, и там воцарилась анархия, и до сих пор они никак не могут из этого выйти, и до сих пор страна остается в глубочайшем кризисе. Да, действительно, это так. Но это не значит, что не надо было свергать Саддама. Саддам кровавый диктатор, и для того, чтобы дать Ираку шанс, его надо было свергнуть, разумеется. То, что они потом этот шанс упустили, не только они, американцы тоже. Американцы должны были проследить за тем, чтобы там были построены какие-то механизмы нормальные, демократические. Вот. Но этого тоже не произошло. Американцы поспешили сразу провести выборы. Демократия же не только выборы, это же только проголосовать. Американцы сразу поспешили там провести выборы, и чисто демографически к власти пришли шииты. То есть шиитов там просто больше, чем суннитов. Историческая столица... Да, у суннитского мира две столицы – это Багдад и Дамаск. Вот Багдад сегодня фактически захвачен шиитами, а Дамаск – алавитами. Да? То есть это две
два, ну, я не знаю, секты, не секты, наверное, течения, да, в исламе, но они с суннитами-то враги. А Багдад и Дамаск – это две исторические столицы суннитского халифата. Вот, поэтому это страшный удар по всему арабскому, по арабскому национализму, скажем, по панарабизму. Но, тем не менее, так, американцы по своим принципам сразу провели выборы и тут же получили шиитское проиранское государство, которое каким-то образом существовало под американским военным контролем, но или Афганистан возьмите, то же самое. Да. Провели выборы, привели какого-то коррумпированного совершенно товарища, который, да, он где-то там работал в каких-то международных структурах, но при этом был абсолютно коррумпирован и только подорвал доверие к демократии. Вот. Ну, есть, да, такой неудачный опыт, но это не значит, что не надо попробовать, не значит, что не надо взять шанс. Надо взять шанс, потому что возможны были, то есть страна стояла на перепутье. А сколько можно привести примеров, когда свергали диктатуру, и страна, да, становилась демократической. Возьмите Аргентину, возьмите Южную Корею. Можно привести и другие примеры в истории, да? Поэтому шанс обязательно надо дать. То же самое и в Газе. Да, может быть, она превратится в Сомали. Ну, тогда будем думать, что делать с этим Сомали. Может быть, она там придет к власти еще более террористической организацией, чем Хамас, хотя я уже не могу представить, кто там хуже. Да, раньше все думали, что ИГИЛ хуже, теперь я уже не знаю, я думаю, что то же самое. Вот. Но если есть хоть какой-то маленький шанс на какие-то изменения к лучшему, то я думаю, надо дать Газе этот шанс. Цві, Сполучені Штати відправили не лише Байдена, а групу швидкого реагування, принаймні писала про це Washington Post. Білд пише про те, що Німеччина перекинула на Кіпр елітний спецназ для можливої операції в Газі або в Лівані, і амуніцію теж доставили. Шольц теж себе доставляв, полежав навіть він під час ракетної атаки. Ну, я так підозрюю, вони відчувають те, що відчуваємо ми з вами вже далеко не перший рік. А от ці всі рухи і доставка бійців, і Шольців, і всіх інших, вони свідчать про те, що якби що, то світ готовий до масштабування війни просто зараз і не буде теж, якщо що, думати повільно і дуже довго, як то в них буває. Ну, слушайте, очень может быть, но я все-таки надеюсь, что другие потенциальные наши враги в этой ситуации уже немножко сдулись. И, конечно, Байден сюда приезжал еще и для того, чтобы показать всем остальным, что не надо лезть ни в какие авантюры. Америка здесь настроена очень и очень серьезно. И Байден при каждой возможности это показывает. Поэтому я все-таки надеюсь, что эта война останется только война Израиля против Газы. И, опять же, тут нет хороших решений. Тут все решения или плохие, или ужасные, или кошмарные. Поэтому... Не знаю, мне даже страшно думать о том, что начнется, если это все перерастет в региональную войну. Але тут, ну, ми вже не будемо повертатися до геть поганих сценаріїв. Ми з вами вирішили бути налаштовані на перемогу оптимістично і дійсно розбиратися поетапно. Беньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю, теж каже, що Хамас – це ІГІЛ і навіть гірше, ніж ІГІЛ, говорить він. Дійсно, що він має бути знищений. І водночас говорить по телефону з Володимиром Путіним. Ну, я розумію, що все після війни, розбиратися після війни, але все ж таки, для чого він з ним говорить зараз? Ну. Заложники. Ответ очень простой. Нетаньяху, ну, слушайте, я вообще не верю в то, что Путин там еще на что-то способен. Это уже давно полная импотенция и вранье. Да? Я не верю, что Путин... Но я считаю, что Нетаньяху сейчас хватается за любую соломинку. Если есть хоть какая-то ниточка, получить хотя бы какую-то информацию об этих людях или что-то такое вытащить. Ведь они же не разговаривали ни разу после... того, как началось вторжение в Украину. Ни разу не разговаривали, ни после победы Нетаньяху на выборах, ни после формирования правительства. Ни разу они не разговаривали, и вот сейчас они говорили первый раз. И у меня объяснение только одно, заложники. Если бы не это, Нетаньяху не стал бы
разговаривать с Путиным и тем самым размахивать красной тряпкой не только перед Украиной, как вы понимаете, но и перед американцами, перед европейцами, от которых сейчас Израиль очень сильно зависит. Поэтому у меня объяснение только одно, заложники. Больше не о чем было с Путиным говорить, ну вот просто нечего. О чем? О резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, которые он там напомнил Израилю, что да, Израиль не выполнил, ах, Израиль не выполнил резолюции Совета Безопасности ООН. Какой кошмар. Потужна організація, да. Дуже потужна і завжди стурбована. Так стурбована, що аж відчувається це через екран. Цві. А скажіть ще, будь ласка, тоді наприкінці нашої розмови, яка взагалі зараз ситуація в секторі Газа? Бо вона якраз оці стурбовані організації дуже непокоїть в плані евакуації мирного населення. Так? Чи дає Хамас взагалі евакуйовуватися тим, хто цього хоче? Чому так себе поводить то туди, то сюди Єгипет? І якби вони пошвидше звідти виїжджали, якби оце теж простило, можливо, не лише питання заручників, а ось ця евакуація мирного населення, бо Сахал з мирним населенням не воює. Можливо, б це теж спростило зараз ситуацію і подальше планування бойових дій зі сторони Ізраїлю? Ну, на самом деле, там ситуація дуже трагічна. Хотя жители Газы, они уже привыкли жить под бомбежками, потому что Хамас в любой момент, когда ему выгодно, когда ему это зачем-то нужно, ввергает Газу вот в эти бомбежки. И вы видите ситуацию, когда, ну, представляете, идет война, горячая война с жертвами, с сотнями, тысячами погибших. И соседняя страна, братский народ, братский Египет, это те же люди, у них у всех родственники по обе стороны границы. Они все были гражданами Египта до 1967 года, потому что Газа была частью Египта. Они говорят на одном и том же диалекте, это абсолютно одна и та же культура, они ничем не отличаются. Египет их не пускает. Я вот уже приводил такой пример, да, ну вот представьте себе, из Карабаха идет 100 тысяч беженцев, да, а армяне бы встали на границу и сказали, не-не-не, пусть вас Азербайджан принимает. Не-не-не, как? Они же захватывают нашу землю, и нас, мы фактически от них убегаем. Нет, ничего не знаем. Они за вас отвечают, мы не знаем, у нас тут своих проблем полно, нам 100 тысяч беженцев тут не нужно. Вот такая позиция у Египта. Абсолютно. Да, или представьте себе, что люди там уезжают из Одессы, из-под бомбежек, там приезжают в Черновцы, на мой родной город, а в Черновцах стоит кордон, и черновицкие пограничники говорят, стоп, нет. Да. Вот русские виноваты, пусть русские вас эвакуируют оттуда и, значит, перевозят в безопасные места, а у нас тут все занято. То есть бред, полный бред. И Иордания тоже заявила, нет, ни одного палестинского беженца не будет. Да? Пусть Израиль в Негеве размещает, представляете, да, в Негеве, где они устроили резню, и сейчас мы туда сотни тысяч палестинцев пустим для того, чтобы они переждали бомбардировку. Да? Ну просто такие у нас происходят все чудесатие у нас происходят дела на Ближнем Востоке. Но почему-то у Египта и у Иордании нет никакого когнитивного диссонанса с этим. Они считают, что все нормально с этим. Ну да. Пусть Израиль как-то решает сам проблему беженцев. И вывод отсюда только один. Эти палестинцы, которые живут в секторе Газа, эти несчастные люди, которые много лет заложники Хамаса, они арабам нужны только для, как рычаг давления на Израиль. Как только они покидают пределы Газы и уезжают оттуда и перестают быть рычагом давления на Израиль, к ним теряют всякий интерес. Да? Поэтому пусть они сидят в Газе, пусть их там боят, пусть там... Какая разница? Главное, что они будут оставаться рычагом давления на Израиль. Вот пока Ближний Восток живет в этой парадигме, никакого мира не будет, никакого палестинского государства не будет. Да? То есть вся риторика, вся арабская пропаганда, вся логика арабского мира направлена только на то, что должны быть рычаги давления на Израиль для того, чтобы в конце концов он закончил свое существование и превратился в арабское государство. То есть вот вот с этой стороны надо на это смотреть. И, конечно, Израиль не стреляет по мирному населению и пытаются бить точечно по целям. И, конечно, там есть погибшие, но
Там палестинцы каждый раз публикуют статистику, палестинцы, в смысле, хамасники, да, сколько там уже, 2500, по-моему, последняя цифра, которую я видел, впрочем, она могла подрасти. Но мы не знаем точно, сколько из этих людей хамасники, сколько из них боевиков, потому что эти боевики, они в момент превращаются в мирное население, они неотличимы от мирного населения. Когда мы убиваем какого-то командира известного, да, вот как его... последнего, вот, которого убили, Нуфаль, который там типа четвертая величина по табеле рангов в Хамасе. Там. Вот. Да, тут, конечно, мы знаем, потому что похороны, потому что они, Хамас публиковал его фотографию и там некрологи и так далее. Это мы знаем. Но сколько из этих 2500 боевиков, мы на самом деле реально не знаем. Поэтому не знаем, пока еще рано об этом судить. И не надо верить хамасовской пропаганде. Вот. Я очень надеюсь, что... Ну, конечно, сейчас в Израиле очень немодно какую-то эмпатию выражать по отношению к населению Газы, но на самом деле они заложники своего диктаторского режима. Вот говорят, они сами выбрали Хамас. Ну, слушайте, это точно так же можно говорить, что Северная Корея сама выбрала Ким Чен Ына. Да? Ну, были же какие-то формальные выборы. Или что россияне сами выбрали Путина. Ну, может быть, когда-то так были честные выборы, хотя я тоже сомневаюсь, что они были честные. Да? Его сначала провел Березовский на плечах семьи Ельцина, да, а потом уже я сомневаюсь, что там хоть какие-то выборы были честными. Да, ну или там, что Асада выбрали сами сирийцы. Ну, не работает это, на мой взгляд, с точки зрения логической. Поэтому они заложники, да, у них стокгольмский синдром очень застаревший, они полностью солидаризируются с идеологией своих мучителей. И мы можем видеть, что на Западном берегу тоже сегодня выступления, массовые выступления палестинцев, которые кричат «Мы хотим Хамас». Вот. Но я не думаю, что эти люди понимают, что такое власть Хамаса, и я думаю, что они... ну, знаете, как где-нибудь в Латвии, да, и мечтают о том, чтобы пришел Путин, но уехать в Россию они не хотят, потому что, ну, они же граждане Евросоюза, ну, а как же они оттуда? Ну, примерно что-то такое мы можем видеть сегодня и на Западном берегу, то есть они эмоционально ходят, топят за Хамас, но на самом деле реально я очень сомневаюсь, что они хотели бы оказаться в Газе. Цві, дякую вам від усієї душі. З вами завжди так зрозуміло, логічно і помірковано, і все стає на свої місця на даному етапі, де ми з вами перебуваємо. Я дуже дякую вам, що ви знаходите час для нас. Я вам дякую за вашу журналістську роботу та позицію. І знайте, що Україна завжди разом із вами. Наші завжди вітання і побажання якнайшвидшої перемоги і того, аби небо було переможним і мирним. Спасибі вам. Верим, до наступного. Вірим в ВСУ, вірим в ЦААЛ і вместе победим. Однозначно, тому що, ну, все одно, дійсно, так завжди буває, що добро, зло і в таких екзистенційних війнах перемагає. Так влаштоване життя. Спасибі вам, до наступного тижня. Сподіваюся на все добре. Всього хорошого. Цві Зільбер, ізраїльський журналіст та головний редактор Лучшого радіо. Друзі, Лучше радіо, заходьте, підписуйтесь, там цікаві інтерв'ю, прямі ефіри. Якщо вас цікавить, я впевнена, що це дійсно так, що відбувається насправді в Ізраїлі, якщо ви хочете чути об'єктивну аналітику різних експертів, різні точки зору, там все дотримуються стандарти журналістики, заходьте в Ютубі Лучше радіо і також підписуйтесь на Ютуб 24, будь ласка, нас майже 6 мільйонів, хай трішки залишилося. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Як все це зробите, лайк також цій розмові поставте. Я вам, Ірина Узлова, буду за все це дуже вдячна. Побачимося тут. До зустрічі.